субботу на улицах было особенно шумно и оживленно. Дмитровчане отмечали День города. Дмитрову исполнилось 864 года. Праздничные мероприятия начались на Советской площади. Бывают разные поводы поздравить друг друга, но в начале сентября мы все едины. Мы поздравляем друг друга с нашим великим праздником, днем рождения города Дмитрова. Мы любим этот город, мы делаем его лучше. Сегодня Дмитров растет, развивается, но это определяют прежде всего люди. Поэтому, уважаемые жители города и гости, я желаю вам благополучия, успехов в делах, счастья, процветания. С праздником! На празднование Дня города в Дмитров прибыли и почетные гости. Среди них заместитель председателя правительства Московской области Александр Костомаров. Он зачитал письмо от губернатора Московской области и провел небольшую церемонию награждения. С Днем города гостей и жителей поздравила и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Город Дмитров имеет древнейшую историю. Город Дмитров – это большие заслуги во время Великой Отечественной войны. Это город воинской славы. Но это город, который с любовью и творчески поднимает своих детей. Посмотрите, как дети замечательно поют. Какие замечательные спортивные сооружения и успехи в спорте. И знаете, что каждое ваше достижение, каждый ваш успех – это успех города. Когда все официальные слова были сказаны, на площади развернулось театрализованное действие, которое подготовили вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры «Созвездие». С каждым днем ты краше и сильней, земля моя. После торжественной части на площади отправились на улицу Загорскую, где гостям предложили угоститься караваем. И по традиции яркими танцами и песнями был торжественно открыт 4-й фестиваль народных промыслов России. Свои самобытные и красочные работы в Дмитров привезли мастера и ремесленники из разных городов. На ярмарке можно было подобрать необычный подарок родным и близким. Изделия из дерева, оригинальные куклы, посуда, ручной работы, картины маслом и вышивка. Представляем продукцию нашего производства. Тканы вручную на деревянном ткацком стане, салфетки, скатерти, занавески, одежда в русском стиле. Это кукла на счастье. Когда мастерица у куклы делает косичку, и она ее делает длинную, может быть, коса длиннее самой куклы. Значит, для кого она эту куклу делает, тем столько счастья она хочет пожелать дарящему. Ну а на улице Кропоткинской уличные художники рисовали граффити, посвящая свои работы любимому городу. Дети с неподдельной радостью осваивали беговел. Велосипед без педалей – популярное сейчас занятие. Прохожие любовались показательными выступлениями воспитанниц дмитровской секции по акробатике. Мы представляем танцевальную студию «Джуз», студию спортивных направлений. Работаем по «Aerial Hoop», «Aerial Silk», «Pool Sport», «Pool Acrobatic». Все, что связано с цирком и спортом. Работаем с детками, работаем со взрослыми. Сейчас активно делаем акценты на детей, потому что это наше будущее. Дмитровчане активно принимали участие в мастер-классах. Например, учились танцевать латину и зумбу, заряжаясь позитивной энергией и хорошим настроением вместе с преподавателями школы танцев «Ля Флёр». А в это время в музей-заповедник «Дмитровский Кремль» прибыли делегации из Польши, Латвии и Белоруссии. В одном из залов музея были подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве между Дмитровским районом и регионами-побратимами. Сотрудничество началось много лет назад, и с тех пор ежегодно реализуются совместные проекты в экономике, культуре и образовании. Университет Дина, например, активно участвует в программах обмена. Наши студенты принимают участие в научных конференциях в городе Пилы, в институте. Они приезжают к нам, идет творческий обмен, и, кстати говоря, это очень дает большой стимул в развитии нашего студенческого сообщества. И, безусловно, дружба студентов, дружба молодежи, она является залогом того, что будут дружить народы. День города прошел весело и ярко. Отовсюду звучала музыка, да и с погодой повезло. Было тепло и солнечно, так что гуляли с утра и до самого вечера. Что бы ты пожелал Дмитрову сегодня, в день его рождения? Продолжать развиваться, расти, расти, еще раз расти.
Счастья и здоровья. Конечно же, процветание. Конечно же, побольше активности, чтобы город развивался, чтобы были ярко представлены и спортивные направления, и наши умельцы. Счастье, добра, наверное, больше благополучия, естественно. Чтобы так продолжался, ну, чтобы было весело всегда и очень хорошо. И была такая шикарная погода, как сегодня. Чтобы подробнее узнать о том, как прошел День города, смотрите нашу программу в это воскресенье на телеканале ТНТ «Дмитров».